Нападение в Финляндии. Два человека погибли и несколько были ранены в результате нападения в городе Турку на юге страны. Неизвестные с ножами и криками «Аллах Акбар» бросились на людей в центре города. Пострадали по крайней мере 6 человек, 5 из них женщины. По словам очевидцев, одна из жертв была с маленьким ребенком в коляске. Нападающих, по предварительной информации, трое. Полиция открыла огонь по злоумышленникам. Одного из них удалось ранить и задержать. Остальные, вероятнее всего, скрылись. Правоохранители просят людей воздержаться от прогулок по центру города. Это может быть небезопасно.